не исключаю, что сегодня вот это видео, которое уже на ваших экранах, будет одним из самых просматриваемых. Слишком скандально вышла та вечеринка в Монте-Карло с участием Кокорина и Мамаева, чтобы уже успели утихнуть страсти. Вот ничего подобного. Игроки «Зенита» на ваших экранах, они потроллили Александра Кокорина. Все это произошло после победы в Суперкубке России на ЦСКА. Футболисты не открывали бутылки с шампанским, пока нападающий не появился в раздевалке. Артем Дзюба отложил для товарища бутылку розового. Он пошутил, что Кокорин у них эксперт по шампанскому. И то игристое, которым наполнен кубок, вряд ли его строят. Сань, шампанское не твоего уровня, Сань. Александр Киржаков после этого поинтересовался, не ждать ли мне вечеринки Мамаева и бенгальских огней. Ну а самому Кокорину шампанское, как говорится, не лезло в горло. Он так и не сделал победный глоток, сидел молча и попивал энергетик. Конечно же, все эти патроневые отсылают нас к той самой истории в одном из клубов Монте-Карло. Александр Кокорин и Павел Мамаев тогда были замечены вскоре после того, как сборная России покинула Евро-2016. По словам очевидцев, они выкатили гостям ящик шампанским стоимостью примерно 500 евро за бутылку. Правда, сами футболисты говорят, что это не они оплачивали вечеринку.